снова привет, ребятушки мои хорошие. С вами вновь Максим Борода, и это канал Angry Games. И у нас уже вторая серия No Man's Sky. Думаю, надо заснять еще одну. Пока интересно. Правда, больше непонятно. Так, что там про сканер нам пишут? На С. Ну, так, обнаружен входящий сигнал. Маяк. Нам на маяк надо добраться, что ли? А зачем нам на маяк? А, кстати, Тами, это же для нашего двигателя как раз. Давай, давай, давай еще. Что там, далеко до него лететь? До прибытия 2 часа 10 минут. Ладно, тогда ускоряемся. Так, удерживайте А и Б одновременно. А, импульсный привод. Прикольно. Полетели. Так, гораздо быстрее. Так, до прибытия 30 секунд. Отлично. Фух. Быстро. Быстро. Так, А, вон, до прибытия 25 секунд уже. Что-то странно тут исчисляется все. Игра интересна в том, что нету никаких прогрузок. Она очень долго загружается в самом начале, как только ее запускаешь. А больше никаких прогрузок у меня не было. Эй, тихо! Ты мне в атмосферу начало засасывать. Так, перевернись немножко. Полетели, давай. Ай, тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Окей. Так, только давай потише, потише. Не, ну, немножко ускоряемся, но не сильно. Ну, что же мы найдем на этой планете? Обнаружена передача с маяка. Это мы уже заметили. Все, потихонечку, потихонечку. Так, я что-то пролетел его. Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Ты перевернешься, надеюсь, успеешь, нет? Молодец. Блин, что-то далековато, да? Поехали обратно. Чувак, пусти. Да ну убери, убери. Сколько идти? 45 секунд. Нет. Я слишком ленив для этого. Погнали. Взлетаем. Блин, 10% осталось. Надо будет заправить сейчас. Так, теперь аккуратненько. Где там маячок? Маячок наш где? Так, вон, вижу. Где-то здесь. Ну, вот теперь можно садиться, да. Вот. Вот теперь как раз. Окей. Окей. Так, подождите. Это нам надо. Вот они. Ну, конечно. Почему нет? Так, углерода до хрена. Все, там и пока ставим. Опять эти придурки летают. Да я пошел ты. Мне нужен маяк. Кто-то тут побывал уже до меня? Да нет. Вот они. Это хорошо, я зашел. Это что такое? А, это маяк я включил. Окей. Внимание, получены навигационные данные. Ага, кудак. Аванпост. Нам туда надо добраться. Так, это наш корабль. Это у нас что?
Опять атлас. Блин, как сделать этот гребаный атлас? Чувак, ты знаешь, как сделать атлас? Может, я уже умею делать, нет? Так, это вообще не то. Не, не то, нет. Атлас, атлас, атлас. Не, не умею делать. Ладно. Что-то какая-то очковая планета. Ну-ка. Что там у нас есть? Что из полезного? Особо ничего нет полезного. Ладно. Полетели. Да, надо заправить тогда. Чё ты молчишь-то? Плутоний у нас есть. Зачем ты вылез? Чувак, сядь обратно. Подумаешь, не ту кнопку нажал. Угу. Да где ты там? Отлично. Это что за белая херня? А что такое? Почему он? Очки, давай, 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 летим. Так, я как понимаю, это за горой, да, наверное? Угу, точно. О, так он вообще далеко еще. А если бы я был пешком? Это самолет? А нет, это база какая-то. Так. Да приземлись немножко. Зачем? А то не видно ни хрена. Отлично. Аванпост, аванпост, аванпост. Все, садись. Далековато, конечно. Ну ладно. Я пока собираю тут ресурсы. Ай! Да что за херня? А. Нифига себе, что случилось? Почему? Система жизнеобеспечения. А, ее тоже заряжать надо. У меня есть какой-то баллон. Окей. Че молчали-то? У меня главное хпшечка уменьшается уже, они молчат. Так, найдите источник признака жизни. Равнины. Росарио. Это что такое? Какой-то камешек смешной. Ну давай, беги уже. Ну-ка. Чё за херня? Это можно изучить? А это? Давайте это хотя бы изучим. Это тоже, да, можно? Или нет? А, это я уже изучил. Это я уже изучил. Это я уже изучил, это тоже, и то тоже. Эй, и подзавис. Ну, я тебя соберу. О, это долго. О, ни хрена, это что-то... Это не камень, оказывается. Что это за херня? Это какая-то... Перчатка какая-то. Ха. Эй, что такое, что такое? Тихо, тихо. Ладно. Идемте на базу. Хотя... Давайте вот здесь вот сохранимся. Я так понимаю, это же... Сохранить. Отлично. Что там у нас? О, ништяк. Ты как раз потратил. Отлично, отлично, отлично. Так. Тут у нас что? Можно присесть? Нет? Жаль. Так. Привет. Прикольно.
О, пестик новый. Оружейный терминал. Можно его взять? А, его... Его купить надо, что ли? У меня всего 400, а тут просят 39 тысяч. Спасибо, чувак. Я уж как-нибудь со своим похожу. Это можно взять? Это зато у тебя изотопы украду, понял? Какие-то бешеные ценники у тебя, чувак. А где корабль? Обходной чип. Ну это я могу... А, кстати, у нас есть... Блин, на звездолете же он. Надо будет сейчас бегать забрать его. Так. Погоди. Угу. Зато у меня есть... Ладно, давайте с чуваком поговорим, да поедем отсюда уж дальше. Какой-то ликвидатор. Охренеть. Я вообще ни слова не понял, чувак. У ожидающего меня создания манеры воина, но нападать оно не собирается. Вместо этого оно мне что-то... Оно что-то ворчит на непонятном мне языке и вручает мне табличку. Вздрогнув, я осознаю, что мне тянет на написанный на ней текст. Я недоверчиво пытаюсь поймать взглядом создание, но оно уже отвернулось, потеряв ко мне интерес. Я подозреваю, что это просто курьер, а не автор этого послания. На табличке также имеется чертеж новой технологии гипердвигателя. А, вот, который мне и нужен, да? Ништяк. Ну да, как говорится, по рукам. Угу. Ништяк, новая технология, гипердвигатель. Теперь нам нужен динамический резонатор. И геридий. Геридий у нас есть, насколько я помню. На корабле, по крайней мере. Геридий сколько? 270. Отлично. Опять разрядилось у меня что-то? Да нет. Че ты врешь? Так, надо быстро до корабля сбегать. Где он, кстати? Так, корабль там. Окей, забираем... Этот чип какой-то там, чтобы взломать нам панель управления. Знакомство с инопланетянами 2. Уже 2? А где первый? Так. Давай, давай, давай. Так. Это нам. Пока что все. Мне интересно так создать гипердвигатель. Молодец. Я тебе чё? Запрыгнуть я смогу, я думаю, да? Не надо через здесь. Через бараки проходить. О, отлично. Опа. Что это значит? Нифига себе, взломал корабль, короче. Прикольно. А у меня такой же, да? Это вообще типа мой, он, наверное, сюда прилетел, да, просто? Нет? Ну, потому что это мое, и это мое, и там все мое. Ну-ка, подожди. Что-то тут... Ну да, это мой корабль, он просто сюда долетел сам. Ладно. Отправляйтесь на космическую станцию. Тогда взлетаем. Что, опять на орбиту выходим? Погнали. Давай, суперскорость там развиваем сейчас. Куда лететь-то? Подожди, стой. Да тормози, говорю тебе.
Так, тихо, успокойся. Не волнуйся. Туда? Да, космическая станция. Так, нам горючего надо немножко насобирать чуть-чуть. Отлично. Да что ж тебя так это болтает-то, как говно в проруби. Ладно, давайте заправим, наверное, по максимуму. Титаний, плутоний, щит, фотонная пушка. Не надо ее заправлять. Костюм. Все, погнали тогда. Выходим на космическую скорость, или какая там в Звездных войнах была. Прыгаем в гиперпространство. Но на самом деле могли бы сделать что просто как быстрый переход, потому что, ну, это глупо немножко. Зачем мне просто так лететь, если мне в любом случае ничто не угрожает? Тихо, тормози. Херна себе. Так, как в нее залететь-то? Где вход-то? С другой стороны, что ли? Наверное. Нахрена тут кораблей? Облетел? Да, во, вот он вход. Лично, не сбавляя скорость, как Энакин Скайуокер, сейчас влетаем в эту маленькую дырочку. Эй, тихо! Эй, тихо, тихо, тормози, тормози! А, это сам он уже? Офигеть. Чё пугаете-то? Точка восстановления, это у нас сохранилось, да, все? Так, куда идти? Направо. Окей. А если бы задел меня? Блин, у них тут поприкольнее корабли-то так-то. Можно сесть? Можно украсть? А, или сейчас скажут. Типа, ты что делаешь, это мой корабль? Убирайся. Нарушитель. А, можно купить. Ну-ка, а сколько стоит? У меня чуть-чуть не хватает, чувак. Извини. Отказаться. Мне не хватает примерно всей суммы. Так. Здорово, какаду. Чё, как дела? Чё наливаешь? Прапорщик. Да не нарушитель я, ты чё так разговариваешь вообще, а? Дерзкий такой. Ну ладно, на. О, прикольно. Спасибо, чувак. Семь ячеек. Ништяк. Не, я согласен. Еще и без вопросов. Спасибо. Новая технология. Не, пока не надо, спасибо. Так, цветочки все равно у тебя пообрываю тут немножко. Чё? Чё говоришь? Да что такое? Прикольно.
Куда идти-то? Что делать-то? Туда куда-то что-то? Тут закрыто. А, вон. Я не заметил. Интерфейс BC9699. А, мне же надо там какую-то херню найти. Наверное, ее надо купить. Во, динамический резонатор. Да. Сколько стоит? 33 тысячи. Чувак, а ты это... Ха, скидку сделаешь? Ой, не-не-не, чё ты, ты чё делаешь? Так, а как продать? Надо что-нибудь тогда продать? Амулет. Но он мне так-то нахер не нужен, да? Это тоже. Защитный осколок. Ну да. Так, сколько мне это? 35 тысяч? О, хватит уже. Ништяк. Все, красота. Правда, денег ни хрена не осталось. Зато я все. Получение нет, я уже догадался. Как продавать, как покупать. Так, мне надо теперь сделать... Так, а где я купил? Подожди. Я же купил динамический резонатор. Что теперь делать-то? Да я не хочу больше торговать. Дайте подсказку. Ну давай взаимодействуем. Продам я тебе сейчас что-нибудь. Ну, углерод на тебе. Так, это же я продаю. Ну, лист на тебе. Все. Да все. Что тебе надо? Что надо сделать? Ну-ка. Ну, давай на корабль. Какую-нибудь херню заберем. Так, и теперь делаем. Это что такое? Это электронный бар, не то. Пап ячейка. Надо какой-то двигатель там сделать, я помню уже. А как? А, вот, создайте гипердвигатель, верните на свой звездолет, нажмите Tab, затем выберите пустую ячейку, нажмите. Надо именно в корабле это делать, что ли? Побежали, побежали тогда. Фу, вот это да. Вот это ни хрена себе. Я тоже хочу такой. Вообще огромный же. То, что мой там шипздик. Ну, видимо, надо тут провести очень-очень много часов, чтобы раскачаться до такого крутого корабля. Так, нажмите гипердвигатель создать. Все, он теперь установлен. А не надо заменить импульсный двигатель. Там поменять его как-нибудь, нет? Его зарядить, да, наверное, теперь надо еще. Так, надо взлететь, конечно, сначала. Так. Заправить. Что заправить теперь надо? Сейчас нечем будет мне заправлять его, да? Варп-ячейка. Я видел, там продавали варп-ячейку. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Разворачивай. Ладу седан свою. Фу, издеваются, а? Аккуратненько взлетаем. Тут он сам уже дальше.
Так, еще раз внимательно смотрим, что нам надо. Нужна варп-ячейка, чтобы зарядить. Идем, покупаем варп-ячейку. Беги. Сейчас мы тут все отсканируем. Ну давай, беги, давай. Чувак, подаришь мне варп-ячейку, а? Блин, а я это продал, да? Тут всего так не хватает. Давай, покупайте, покупайте варп-ячейка. Я вроде бы видел. Нет. А где мне его искать? Нереально, я видел у него его. Ох, наедали, да? Уходим. Все, вы вообще бяки. Бяки-козяки. Нам срочно нужна варп-ячейка. А, ну сейчас надо будет, наверное, вылететь. Потом просканировать. Блин, почему тут подсказки дают так поздно? Когда ты уже вылетел и успел взлететь обратно, блин. Они тебе говорят, что надо просканировать Солнечную систему. Ну, он даже сам, да? Куда? Блять, да сделай что-нибудь. Куда? Ты издеваешься вообще? Там? А вон пост. Мне нужна варп-ячейка. Блин, ну для меня, для тупого, объясните, куда лететь. Караул. Ну давайте полетим на аванпост. Я больше не знаю куда. Сейчас еще раз просканируем галактику. Постреляем хотя бы. Чего? А где сигнал? Я вижу только аванпост. Есть карта какая-нибудь? Да уж. Да, я совершил это уже открытие, я знаю. Получается, у меня сейчас только два маячка. Ну ладно, давайте сюда полетим. Пока еще летим. Эть, тихо. Ускоряемся. Ну что, можно побыстрее-то немножко? Я понимаю, что мы входим в атмосферу. Давай. Ну, покажи мне кнопочку Е. Да все, садись. Отлично. Мы опять вернулись. Атлас опять нужен. Здоровье на максимум. Конечно, я его не тратил. Низовье какая-то открыто.
Ага. Что? Сохраните прогресс и объявите об открытии сектора. Ну, сохранялов. Сохранить можно здесь. Это и есть то, что мне надо было сделать, да? Или тут, может, другой чувак уже? А, ну да, кстати. Ой, я же туплю вообще, это же другая планета, ёпти. Ёп, макарёк. А я-то думал, я всю на ту вернулся опять. Там, где... с первым чуваком разговаривал. Все, все собрал. Все собрал, ничего не найдено, да? Здорово. Мы знакомы? О, что такое? Че? На, тащи. Да, тоже, да, можно поюзать. Нифига себе, я фокусник. Или был я здесь? Чувак с пушкой. Я здесь был? Ну, что мне скажешь новенького? Офицер Каз. Чувак, я опять ни слова не понял. Так, при моем появлении существо рычит на меня, но я даже не успеваю съежиться. Оно выглядит растерянным и... изображая извинения, поднимает руки. Похоже, оно нервничает. Но меня оно... но меня оно явно ждало. Как и раньше. Он делится со мной сообщением, которое вновь отправила Нада и Полу, кто бы они ни были. К отрывистому посланию прилагается дар в виде антиматерии от моих таинственных благодателей. Ее будет достаточно, чтобы создать варп-ячейку для моего гипердвигателя. Конечно, взять... Я понятия не имею, кто такие надо. Не надо, а нуна, да? Надо и пол. Но теперь у меня есть средства определить их местоположение. Впрочем, я сильно подозреваю, что мне... Подожди! Что нажать надо? А, вот она. Тами. Угу. Пойдемте Тами собирать. Чувак, у тебя есть Тами? Это не Тами. Завершен важный этап путешествия. Знакомство с инопланетянами. H4. Так, там я это помню, такие цветочки, не цветочки, грибочки. Надо побегать, поискать их. Так, ладно. Давайте тогда, наверное, на этом прервемся на небольшую рекламную паузу. И увидимся уже в следующей серии, которая будет совсем скоро. Ну а на этом все, ребята. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за то, что посмотрели до конца это видео. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну и на этом все. Пока-пока.